Привет, болтуны и болтухи! С вами Кэти и Мэри. Сегодня мы находимся в новом заведении, которое открывается today. Называется оно L.E.S. Yes. Да, это аббревиатура. Мы долго думали, что можно зашифровать в эти три буквы. Например, лапочки едят сельдерей. Я потом еще накидаю парочку вариантов. Но на самом деле это расшифровывается как люди, еда, счастье. Мы хотим проверить, станем ли мы людьми. Счастливыми людьми, отведав местной кухни. Меню очень необычный, специфический. Повар, который специализируется, судя по всему, на разнотравье. Да, и на дикоросах. Поэтому в меню нет-нет, да и встречается что-то такое, что не выращивают ни фермеры, ни дачники. В меню есть даже мухомор. Но это я хочу попробовать. А я нет. А вот это вот мы выясним. Будем мы пробовать мухомор или не будем? Кстати, да. Только короткий, длинный у нас сегодня. Я длинно выбираю. А я тяну. Все, мухоморы мы сегодня не едим. Отлично. Я думаю, батя сделает не менее интересный выбор. И, кстати, мы еще возьмем самые недорогие блюда из разных категорий. Пока я сидела здесь в ожидании Мэри, мне принесли лимонад, личи и лимонграсс. Мне он понравился. Самый главный момент, который я для себя отметила, это то, что трубочка была не из бумаги, не пластиковая, а из соломы. Ну, мы не упомянули, как зовут повара. Повар зовут Андрей Колодяжный. Мы про него уже рассказали, что он специализируется на дикоросах. И вот мы зависли над меню. Катя, он же подумывает о мухомор. Он же в другом заведении еще шеф. Да, он до этого был в другом заведении шефом. И самое забавное, что мы как раз там были с обзором. Заведение называется «Блаши». Я запомнила только «Блинный безлимит», который я называла «Блинный беспредел». Все беспределы и безлимиты – это для нас. Выпьем за это. Да, нам уже принесли угощение. Шампанское, потому что сегодня открытие. Ну что ж, за воссоединение в эфире. Мы сегодня как инь и янь. Ну. Аня, подожди, давай сделаем инь и янь. Прекратите, не позорьте меня. Итак, смотри, правда, инь и янь получается. Не позорьте, самый недорогой. Потому что она опять вытянула. Я не знаю, мне кажется, она заключила договор. С дьяволом. Она, видите, черный ангел сегодня, а я еденький. Вижу две позиции. Самые недорогие по 350 рублей. Ух ты! Окрошка на березовом квасе. Гратен из корнеплодов и маринованные гвоздики. Знаете, это я не ем, я не козел. Назвался любителем дикоросов. Нет, туда и лезь. Мне ближе, чем вот этот гратен. Так вот еще животные есть. Отсюда можно сказать. Животные. Это вот как можно было так раздел назвать? Кстати, на бишку я сегодня тоже похожа, ты вот не эко-сексуалка явно. А кто это такие? Погуглишь дома. Я просто сексуалка, никаких эко. Что такое русская фара-гра? Печень, да? Только не из замученной утки, да? Только, да. И не из огранёвшей, а из нашей русской утки. Так, далее. Все замучили, но здесь, на территории России. Вареники из черёмуховой муки. А всё-таки мухоморы будут. Мухоморы будут, е! Old cuisine as the head drops off the spatula. Use your ghost and got that greasy, juicy lotion. You can use a body lotion, get your pussy juice in motion. Check it, use your ghost and got that greasy, juicy lotion. You can use a body lotion, get your pussy juice in motion. Check it, use your ghost and got that greasy, juicy lotion. You can use a body lotion, get your pussy juice in motion. Check it, use your ghost and got that greasy, juicy lotion. You can use a body lotion, get your pussy juice in motion. Check it. The odd scratch is irresistible. The males are starting to compete for the favors of the females. They're here to pull the females within the fist. These was going swimmingly, I got her really pissed to see if she would come and kiss with me, but then my luck went to work. Как вы думаете, Катя назвала мою прическу? Катя сказала, что мне каки на голове. Я попросила не делать их каждый раз просто. На самом деле мне очень нравится. Они на голове, они в голове. Да.
Давай еще придумаем маршрутку аббревиатуры. Лес. Леди едят сытно. Кстати. Но это не про лес, мне кажется. Там корешочки. Лютики ели стервочки. У меня еще придумала. Лизать ежей стрёмно. Но ведь правда, да, не поспоришь. Ура! Прекрасно. Любите ли вы тарелочки так, как любим их мы? Да, как любим мы. Какая тут роскошь красивая на тарелочке. Подсолнухи. Мои подсолнухи. Да, я тоже вспомнила почему-то именно эту без ценю. Резать не очень удобно, потому что высокие края у тарелки. Тарелки, да? Да. Все красиво. Поэтому приходится немножко изгаляться. Да, правда. Надеюсь, это вкусно. Сочетание соленых и сладких вкусов, оттенков, мне очень нравится. Я люблю фрукты в салатах, поэтому мне вкусно. А уточка как уточка? Да, мне понравилось. Это кабачок или это такой? Кабачок, да. Оттенок свежести придает. Очень такое легкое, приятное блюдо, без каких-то гипер ярких акцентов. Сама нежность. Травки такой оттенок классный придают. Финальную нотку вот мне в конце попалось, очень вкусно. Кабачок в чем-то таком фантастическом замаринован. Я в восторге. Да? Я не могу понять, что это. Но это очень-очень вкусно. А масло с томатами с небольшой кислинкой. Давай, смехоморный, да. Сейчас будет смертельный номер. Ну как, смехоморный на вкус? Мое мнение будет просто необъективным. Я не люблю трюфель. А он чувствуется, да? Да. Очень. Другой кусочек. Дело? Он на закваске, поэтому он с кислинкой, эта кислинка ощущается. Но, на мой взгляд, не портит вкус. Хлебушек мне понравился и тот, и другой. Но вот этот, наверное, поинтереснее. С первого взгляда место мне очень понравилось. Само помещение, само пространство. Ну и я люблю Тверской бульвар. Классное местоположение, локация прям для меня суперская. Здесь же рядом Патриарши еще. Сюда можно прийти после театра на Малый Бронный. Кстати, да. Который я, правда, сейчас не хожу, потому что там заправляет. Бойкотируешь? Машин любимый режиссер. Я думаю, многие его любят. То, что он снимает в кино, мне нравится. Такие дерзкие проекты достаточно. Нам положили ложечку, но скоро будет супчик. Окрошка. Классическая окрошка с говяжьими щечками подается с сорбетом из иван-чая. Здесь у нас получается сам квас с березовым соком, кожанской горчицей и хреном. Вкусный сорбетик. Первый раз я ем окрошку вне дома. Сегодня просто одни смертельные номера. Я никогда не заказывала окрошку в заведениях. Я просто боюсь, что она будет не такой, как я привыкла. Но здесь, кстати, в квасе добавлена уже горчица. Да. И как раз это я очень люблю. Вкусно очень. Угу. Единственное, сорбет, конечно, когда все вместе ешь, он не чувствуется. Порекомендовала сначала сгрызть сорбет. Я чувствую. Он тоже дает такой оттенок свежести, да. Мне очень нравится, что здесь мясо такое твердоватое по консистенции. Хлеб. Можно? Да. Мухоморы, я же хотела. Мухоморов там не чувствуется, Маш, там один трюфель. Интересно же попробовать, как они мухоморы. Интересно же попробовать мухоморы. Вообще-то их нельзя пробовать, но Маше интересно их попробовать. Вообще их едят, кстати, в целебных целях. Люди едят. Есть мухоморы ядовитые, есть мухоморы очень даже съедобные. Я люблю их за их красоту. Трюфель очень яркий. И поэтому понять. Да, который сложно перебить вообще чем-то. Когда проходит вкус трюфеля, есть какая-то горечь. Может быть, она... Может быть, это мухомора, да? Маш, завтра будет ясно, они это или нет. Ладно, хлебушек мне тоже понравился. Мультислаковый, тоже непонятно, где же там бочки, тополя. Самое недорогое блюдо. Мне кажется, нельзя блюдом назвать, да? Вообще, обычно это требует столько труда, испечь хороший хлеб. Можно сказать, что это полноценное блюдо. Кстати, вот да. Давай боул попробуем. Ну, вот это приятный соус. Да, давайте. Не хочет.
сырочка какая-то. Воспользуюсь вашим... Из яблочек, мне кажется. Хочу отметить, что посуда вообще неудобна. Приходится вот так держать нож. Это просто вот для тех, кто любит зелень. В общем и целом, могу сказать, что даже это блюдо мне понравилось. Свежее, с нейтральным вкусом таким. Для зожников. Для эко-сексуалов, как мы сегодня выяснили. Она выпила, я до сих пор не выяснила. Кто такие сексуалы? Новая формулировка для людей, которые пропагандируют вегетарианство, веганство, ресайклинг, за планету, за все живое, зеленое и так далее. Поняла? При чем здесь секс? Хороший вопрос. Что секс всегда в тренде? В фильме было, а что такое ботаническая любовь? Это прям как про нас с тобой. Маш, ты что, это сексуал? А бомб, это что такое? Бомб, это сало-коктейль цветочный. А коктейль, навеянный хиппи, make love, not bomb, вот это вот. Это секс? Make love, not war. Да печень чья-то лежит целиком. Маша, это русская фуагра. Фуагра оказалась... Можно я приподниму это? Это фуагра по-русски. Это не очень эстетично. Маша. Она очень не прожарена. Да, меня смущает только качество прожарки. Мясо откровенно с кровью. Вот такое. Мясо мне не нравится вообще. По какому параметру? Для меня недостаточно прожаренное, и об этом не спрашивали. Жесткое. Оно жесткое. Привкус. Ой, только не говори, ничего не приятно. Я отдельно фуа-гра попробую, потому что вместе с мясом я даже не почувствовала. Я сейчас пожалела, что я его проглотила. В принципе, все вместе мне было, ну, не прям вау, но вкусно. Единственное, что я ела без печени, потому что она какая-то дюжа неприятная на вкус. Ну, прям вот для меня мерзкая. Я съела маленький кусочек, и на этом... Да, она неприятная на вкус, она консистенция сопли. Ну, она, да, такая склизкая. Это не очень приятно. Вот эта кашка мне понравилась. Не знаю, что здесь вкусно. Ну, что хотеть, повар, гастроботаник. Какое мясо? Его не должно быть в меню. Маш, ну запей, ну что такое? Видите, насколько... На, заешь. Неприятный вкус в этой печени был. Нет, я люблю очень фуагра. Ну это не фуагра просто. Но это не фуагра, да. Да. Ну, кстати, разрезать сложно это. Печеные с корочкой. Тут слой за слоем, гратен из морковки и сельдерея с кокосовой сметаной. Нет. Не вкусно? Мне нет. Вот если бы здесь просто был сельдерей с морковкой, это было бы просто. А вот с этой кокосовой штучкой получается очень необычное сочетание. Ну, мне вкусно. Что, никаких оттенков вкуса нет, не чувствуется. Все просто вот так, да? Вот ровной линией. Вот в этом блюде. Я прям чувствую разные вкусы. И кабачок здесь маринованный, не такой маринованный, да, как в утиной с вот этой утиной грудкой. То есть его вообще не чувствуется, как будто его забыли замариновать. Это очень специфично, не каждому это понравится. Нет, например, я... Маша. Нет, я нормально так. Маша у нас сама необычная, это очевидно. Нет, я имела в виду сейчас цвет волос прежде всего. Вот. Мне кажется, я сейчас на голубя была похожа. Знаешь, такое есть? А, да-да-да-да-да. Маша вместо Тверского бульвара 9 пошла сегодня на Тверскую 9. Здесь, кстати, диджей сегодня играет. Маш, невкусно, это не ешь. Не будем. Мне кажется, там, вот мне кажется, как раз его сейчас готовят. Вот. Вот, мне кажется, это готовится Машин коктейль. Большая удача, шеф вышел в зал. Нам даже удалось снять, как мы выбираем десерты с участием шеф-повара данного заведения. Это круто. А теперь Маша отведает коктейль бомб. Бомб. Так, мне хочется бомбу съесть сначала. Выпил и закусил сразу листиками. Цветочками. Я чувствую припру и алкоголь. А пенка, да, такая необычная, но это как будто пыльцу ешь. Попробуй. Необычно. Да,
скажи, на вкус как пыльца. Ну, как будто ты нос засунул. Ты знаешь, Маша, я пыльцу никогда не ела. Ты никогда не лизала цветочки с пыльцой? Ну, в детстве. Нет. Я только нюхаю. Катя, ну, надо срочно полизать цветочки. Найди какое-нибудь поле почище. Рецепт от Маши. Поле почище найти. Полизать цветочки. Не могу об этом судить, потому что Маша, что за сексуальный выпуск сегодня? Я не поняла, это что это. Сексуально. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. Уже никуда не отрежешь, извините. Я хотела сказать, не вырежешь. А, сырок. Может быть, такое не едите. Ох, из базилика я еще никогда не пробовала. Я люблю базилик, и кинзу люблю. Ну, попробуем? Это или два возьмем? Как, нет, тогда, если два, тогда давайте два десерта сделаем. Сырок можно сделать и грядку из овощей. Там прямо овощи? Ну, просто тогда сырок. Давай медовик, может быть? Вот медовик попробуйте. Ну, давайте тогда медовик и сырок. Все, договорились. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, это сырок. И медовик. И медовик, медовик не длится. Ну тогда это. А палочки тоже кушать? Нет, палочки не кушать, сейчас все произойдет. Да, что-то еще произойдет. Ожидайте, да. Стрелять в глаз не будет? Я вас сейчас достану. Чтобы вы могли его съесть. Девушка сейчас принесет вам приборы. Какова подача? Какова подача? А какого? Какова красота? Попробуй. Шоколад такой хрустяченький. А это почему? Пахнет вообще вишня. Меню этого нет. Это вишня. Сырок ничего, но для меня не вау. Мне очень нравится в нем, что шоколад очень-очень тоненький. И за счет этого мне очень приятно. Мне вот это понравилось больше. А еще мне очень понравилось, что сама сырковая масса не сладкая. Вот, а мне не хватило сладости в нем. Мне очень нравится очень, когда десерты не приторные. Чайку захотелось. Русской душе нужно чайку. Стаканов 5-6. Ой, здесь есть что-то интересное. Это икра. Я сейчас шутаю. Стесняюсь. Чего? Облепихи и бархатцы. Бархатцы – это такие цветочки. Ну да. Рыженькие. Тут лепесточки. Кать, ну вот, ты говорила, никогда цветочки языком не лизала. Это, кстати, вкусный цветочек. Я ела раньше такие в детстве. Я не помню, как он называется. О, это вкусно. Все, я хотела спросить, Маша, что у тебя было за детство? Это помню, тут цветок. Жестокое. У меня было нормальное детство. Я и цветочки лизала. Ела я, акацию ела. Знаете, что мне не нравится здесь? Для красоты здесь положили вот это. Мне кажется, оно портит весь вкус. Пузырек. Вот, кстати, медовик, но медовик не похож. Не похож. Мне больше понравился сорбет из рубики. Авторский медовик. И много-много сахара. И давай вместе с икрой. Вот он приторный прям очень. Да. Если ешь вместе. Типа оттеняет. Попробуй. Нет, попробуй. Маша, попробуй. Я уже не могу. Нет. Ну ложечку. Ну за маму. Я не могу. Не могу. Я даже сейчас запью. Вынуждена запить. Катя уходит, заходит. В общем и целом, из сухого остатка. Все очень интересно, это даже не обсуждается. Но я люблю более традиционные вкусы. Маша любит все необычное. Все пытаются удивить, придумать что-то новое. Из ряда вон, интересное. А Васька слушает, да ест. Хорошо, что она не... Хорошо, что... Ни вы, ни я, ни Пол. Не вот туда. Пора обращаться, мне кажется, на эту ноте. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Задавайте вопросы, мы на все стараемся. Пока. Да, сердечко, сердечко еще. Мария, ваше сердечко.